Привет! И еще несколько слов о всем известном мусорном вопросе. Рассмотрим его в ретроспективе, в роскошной ретроспективе уездного города Николаевск-на-Амуре. Жители выбрасывают мусор в контейнер, видите, все очищается и вывозится за деньги, естественно, на городскую свалку. Но на свалке не предусмотрен полигон. Это, напоминаю, это инженерное сооружение, которое возводится не за один раз и стоит огромных денег, в общем-то. Приняв во внимание того, что территория под свалку самозахвачена, то становится вообще непонятным, как это все может происходить. Получается, весь вывоз мусора незаконен, взимание денег незаконно, соответственно, и собирание мусора, то есть в эти контейнеры, то есть источник возникновения этого мусора, он тоже незаконен. Любопытно. Мы все, получается, здесь незаконны. Все это выполняем, вот эти действия по выкидыванию нашего мусора. Значит, нас всех дружно стоит отправить в ИТЛ, так что ли? Чудеса в решете, да и только, напоминаю, инициативная группа «Волонтерское движение» продолжает свои независимые расследования. Пока!